Ну, посмотрите. Отдохнувши. В общем, все хорошо. Так, чем я сегодня занималась? Это, ну, смотрела информацию. Вообще, я сначала послушала песенки, потом посмотрела фильм. Но все-таки мне интересно. С периодичностью я для себя заметила, что мне интересно заглядывать и изучать, где что там, что еще можно интересного взять. Посмотрела презентацию. А, создала я канал же свой на Телеграме. И выставила туда пошаговую инструкцию, как начинать. Ну, потому что я уже понимаю, что если партнеры приходят, и каждому надо рассказывать, у меня уже есть страница.